Под конец года дело не в проворот. Если вы попали в цейтнот и пребываете в состоянии, не зная, за что схватиться, остановитесь, начните четкое планирование. Тайм-менеджеры советуют оценивать состояние дел по двум позициям. Первая – контрольная, то, что должно быть сделано здесь и сейчас, и реперная. Точка реперная, когда мы проверяем, что у нас сделано, подчищаем, что не сделано, может быть, усиливаем ресурсы, кадровые ресурсы, временные ресурсы. Теперь напоминалки. Можно воспользоваться электронными. В современных гаджетах есть планеры. Вносишь туда список дел, ставишь дату и время. Звонок в нужный час не даст забыть о запланированном. Второй вариант напоминалок – цветной. В рабочей зоне наклейте стикеры – красные, зеленые и желтые. Так будет видна степень важности ваших дел. Это в приоритете. Тут дела терпят, но не более 2 дней. И желтый сделать надо, но не горит. Так, например, здесь вы можете наметить дату, когда вы отправитесь за новогодними подарками. То, что визуализировать нужно, это однозначно, потому что это и дисциплина. С другой стороны, мы постоянно видим, как из пазлов картинку, но постепенно меняя цвета, менять планирование, для того, чтобы уже 30 декабря ваш стол и ваша стена остались чистыми от этих стикеров. И внутри вас сложилось чувство удовлетворения от выполненной работы и от завершения года. В идеале к завершению трудового года цветные напоминалки должны исчезнуть со стола. Теперь остается лишь навести окончательный порядок на рабочем месте. Столы, полки и шкафы освободите от ненужного мусора, приведите документы в порядок. Это поможет вам быстрее влиться в рабочий ритм после праздников. Только представьте, 150 часов в год человек тратит на поиски нужных бумаг и вещей.